Ага. Кошкин дом. Государство тут им воду приносит, еду, и это можно забрать себе котенка домой. А, есть еще где-то большой, да? Да, это маленький просто приятный. А что это такая забота о кошках? Мы же не в Египте. Ну, вот так, они любят животных, вот всякие вот таблички. Таблички? Да. Осторожно, коты! Тебе нравятся коты? Что вы можете сказать по этому поводу? Офигеть, видали, да? Туалет для собак. Собак, кстати, я не вижу, но туалет для них есть. Это обалдеть, чистота, порядок.